23 июня 2023 год, Фокшин, Нарышковский пруд. Ага. Какая большая птица. Решили посмотреть. Ага, еще мельче стало. Еще мельче стало, чем весной было. Мельче. Бобры. Сами не знаю, зачем это все сделали. Пустошили такое озеро. Озер нужен. Дальше я достаю здесь, ты потихоньку можешь спуститься там и дойти, там сфотографироваться. Я бы тоже хотел, но не знаю, сумею ли. Еще обваливается, он видно. Здесь было прокопано, чтобы водичку уходила. Слив целый, то есть его вода даже не тронула. Если проходила, то чуть-чуть. Слив не работал. Так. Выглядит слив. Все мобринные всякие там, все наши столбушки, сколько трудов тут положено, сейчас забить их все. Ну, кое-какие лежат, этот у нас тоже как положили в том году, так лежит. Он тут лазил, упали эти столбушки. Запах идет солености.
понизу пройти, и вон туда, где мы останавливаем лодку, посмотрите, там туда вход какой-то. Ага. Пошли туда. Сейчас мне надо тут аккуратно пройти. Опа. Рассмотреть все. Вон какие корни торчат. Когда-то тут что-то росло. Кусты какие-то мощные. Все бобер вон. Хатка его. Домик. Так, вот под эти загляни, где норы там есть большие. Вон там тоже что-то зависло. Вот лежанка у него была тут. Спускался сюда, на какую глубину берет, там вверх поднимается. Углубление есть, нора нет? Ну, немного. Ну ладно, потом расскажешь. Угу. Я ничего не слышу. Вот здесь посмотри. Все, там ничего нету. Да. Ну так. Слава Богу за все.